Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Повітряна блокада. Хто постраждає від табу на польоти між Україною та Білоруссю? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» політичний оглядач Юрій Райхель. Пане Юрію, рада вас вітати в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, планую повернутися, скажімо так, на початок цієї історії. Що стало причиною скасування авіасполучень між Україною та Білоруссю? Ну, это часть общего, я бы так сказал, бойкота, санкций со стороны Евросоюза и вообще западных стран в ответ на посадку, принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, хотя там до литовской границы оставалось километров 70, минуты две ему еще оставалось лететь. И, может быть, сам по себе факт этой принудительной посадки не стал бы причиной таких проблем, которые возникли вследствие. А вот снятие с рейса и арест известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича и все за этим последовавшее вызвало очень такую резкую реакцию. И немедленно были предприняты меры по ограничению полетов белорусской авиакомпании «Белавия». Она практически единственный авиапереводчик в Беларуси. И в дальнейшем эти санкции распространились, к ним присоединились и другие страны, в том числе и Украина. Поэтому тут не только запреты полета «Белавия», это закрытие белорусского воздушного пространства для западных самолетов. Это облет территории Белоруссии. Хотя Украина вот недавно разрешила транзитные полеты Белавия в Стамбул и Хургаду, а также в другие ближневосточные страны через свою территорию. Но мне представляется, что это будет тоже не очень надолго. Скорее всего, и украинское небо даже для транзитных полетов Белавия будет закрыто, потому что 21 июня Евросоюз предполагает принятие так называемого четвертого пакета санкций против Беларуси, и они будут достаточно всеобъемлющие и в какой-то мере коснутся в том числе и воздушных полетов, воздушного пространства Беларуси. Сейчас уже практически все авиакомпании, в том числе и российские, облетают Беларусь. Якою була реакція самопроголошеного білоруського лідера на от таку ситуацію? Ну, реакція була: нам все равно, по принципу. Хотя понятно, что ему далеко не все равно, потому что только на транзитных полетах белорусский регулятор авиационного движения зарабатывал примерно 100-150 миллионов долларов в год. Для Беларуси это очень приличные деньги. Ну и сама авиакомпания «Белавия» поставлена практически на грань разорения, потому что три четверти полетов она вынуждена была отменить. Минск, который был воздушным хабом между Россией и Западной Европой, в том числе и Украиной, перестал выполнять эти функции и сейчас срочно ищут другой авиационный хаб. Ну, говорят о Кишиневе, но там проблемы логистические. Кишиневский аэропорт не в состоянии принимать большое количество самолетов. Ну, говорят о Белграде, там еще другие варианты, но, по крайней мере, этот вопрос сейчас изучается. И если в целом посчитать те или иные потери, то мы где-то по минимуму приходим на 500 миллионов долларов, а некоторые эксперты говорят об 1 миллиарде. Мне представляется, что это несколько завышенная цифра, 1 миллиард, а вот 500-600 миллионов долларов – это вполне реально. И для белорусского бюджета это, ну, не смертельно, но очень неприятно. Но самое главное не в этом. «Белавия» – это, как говорится, только первый камушек. А все остальные санкции, которые, видимо, уже на
будут приняты и уже приняты, в том числе со стороны Соединенных Штатов, это очень весомый удар, и это косвенный удар, в том числе и по России. Якими можуть бути наслідки для України? Чи наскільки ось цей крок щодо скасування авіасполучень з Білоруссю є безпечним, можна так сказати, і чи готові ми до цих наслідків? Ну, с точки зрения нет полетов и нет опасности, это ж такое дело. Ну, конечно, украинские аэропорты определенную часть своих пассажиров и потеряют. Потеряет Украэрорух, который получал деньги за проводку белорусских и других самолетов через украинское воздушное пространство. То есть, да, определенные потери Украина понесет. С другой стороны, есть некоторая компенсация, не очень, относительно небольшая, я бы не стал ее преувеличивать, что часть полетов вне Беларуси, те, которые будут воздушное пространство Беларуси не проникать там и так далее, они частично будут через территорию Украины. Но не очень большая, в силу именно географического положения, потому что Украина в основном это были теперь рейсы широтного направления. То есть, допустим, из Варшавы там в Тбилиси. А вот основные полеты Белавия, это были либо на запад, через Польшу, либо в меридиональном направлении, на Ближний Восток, ну вот, в южные края, назовем так, или в Южную Европу. София, Белград, там и другие, Греция, другие страны. Поэтому, да, несомненно, Украина определенные потери понесет, как, собственно говоря, и другие страны, потому что санкционный режим – это, в общем-то, от этого теряют обе стороны. Вопрос только в соотношении, кто больше, а кто меньше. Ось ці заходи, впроваджені Європою, санкції, у них взагалі є якась кінцева мета, і що це за мета? Тому що ми чудово розуміємо, що мова йде не лише про туристичну діяльність у повітрі. Если говорить о полном комплексе санкций, то это, конечно, их главная цель, если оставаться в экономической сфере, это, конечно, экономический и финансовый удар по режиму Лукашенко. Это прямой адресат этих санкций. Второе назначение этих санкций – опробование механизма этих санкций. То есть его вот такое юридическое, организационное, логистическое опробование. И косвенный удар – это по России. Потому что если экономика Беларуси, а от этих санкций она понесет очень большие потери, которые, вот если там, допустим, запретят поставки белорусского калия в страны Европы, то это примерно 3% ВВП Беларуси и примерно 30% валютных поступлений в бюджет Беларуси. Конечно, эти санкции будут очень болезненны, и компенсировать их вынужден будет режим Путина в России. Речь будет идти примерно от 5 до 10 миллиардов долларов. Это где-то подходит под триллион российских рублей. Для России это довольно большая нагрузка. И навряд ли они в полной мере на такую нагрузку согласятся. Потому что у них своих проблем, я имею в виду в данном случае финансовых, у них есть Сирия, у них есть Ливия, у них есть очень много проблем, в том числе и в Центральной Азии, где они сейчас вынуждены финансирует расширение российского военного присутствия, в частности, в Таджикистане. Это проблемы Южного Кавказа, где они финансируют довольно затратную миротворческую операцию на границе Армении и Азербайджана. Поэтому для России взять и положить на стол 5-7 миллиардов долларов – это довольно значительная сумма.
И это в том числе есть, ну, как бы следующий адресат европейских и западных санкций. Конечно, это все приведет к некоторым потерям и с европейской стороны, назовем это так. Но, например, в торговом обороте Германии Белоруссия находится на 60-м месте. То есть, если Беларусь перестанет поставлять свои товары в Германию, то Германия это просто не заметит. То же самое можно сказать и о других европейских странах. Компенсировать наличие тех или иных товаров из Беларуси, ну, например, калий, не будет из Беларуси, с удовольствием будет поставлять Урал-калий из России. И тут еще целый ряд других комплексов. Если будет ограничен нефтяной экспорт из Белоруссии в Европу, то это еще более сильный удар по белорусскому режиму. Я имею в виду в данном случае финансовый. Ну и так далее. Там целый комплекс мер, которые до конца сейчас еще не опубликованы, потому что так называемый четвертый пакет санкций пока в Европе, ну, находится в рабочем состоянии. 21 июня, думаю, он будет готов. Ви зазначили, що від такого санкційного режиму постраждають обидві сторони. Якщо говорити саме про людей з обох сторін, пересічних звичайних громадян, як на них вплине ось така криза в українсько-білоруських відносинах? Білорусь закривається. Вона закривається по... Ну, и уже еще до этого случая с самолетом выезд из Беларуси, например, по железной дороге или автомобилем был практически запрещен. А если он и кому-то и был разрешен, ну, например, там человек учился в зарубежных странах, то нужно было за каждый переход границы платить 35 евро. То есть ездить можно было только в Россию. Поэтому говорить о том, что эти санкции нанесут удар по простым гражданам, например, Белоруссии, ну, не приходится, потому что белорусский режим уже достаточно нанес по ним ударов. До вот этого случая с самолетом можно было вылететь из Белоруссии воздушным путем. Теперь можно вылететь только в Россию. То есть... Если кому-то нужно попасть, например, из Минска в Варшаву или Вильнюс, а я скажу, что от Минска до Вильнюса, ну, поезд идет где-то часа 3-2,5, а самолетом это вообще минут 40-30 минут полета, то теперь это нужно лететь либо через Москву, либо через Петербург, либо через какой-то другой российский город, скорее всего, вот эти два. То есть это финансово сложнее, это логистически, организационно сложнее, ну и так далее, и так далее. Но дело в том, что режим Лукашенко ведь о своих гражданах не думает. Ему все равно. И вообще, чем больше закрыта Беларусь, так ему даже лучше. Что касается украинских граждан, то уже очень относительно длительное время им вообще было бы лучше не ездить в Беларусь, потому что они могут стать объектом провокации со стороны белорусских и особенно российских спецслужб. Мы имели случаи похищения украинских граждан на территории Беларуси, а потом они оказывались в застенках в Москве. Поэтому сказать, что это как-то очень сильно ударит по украинским гражданам, так нельзя, потому что и так нечего туда ездить, если не хотите стать объектом провокации. Поэтому с этой точки зрения это больше пропагандистский разгон, который мы получаем из Москвы. Дякую за відповідь. Також хочеться запитати, що окрім ситуації, про яку говоримо ми, Україна відмовилася від імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Наскільки цей крок з боку українських, скажімо так, керманичів є безпечним, є нормальним для нашого населення, для України?
Ну, во-первых, электроэнергетические мощности Украины избыточны. Мы можем производить энергии гораздо больше, электроэнергии гораздо больше, чем мы ее потребляем. Поэтому вопрос импорта электроэнергии из России и Беларуси был чисто коммерческим, и я бы даже сказал, в какой-то мере политическим. Некоторые олигархические группы пытались на этом деле играть, получать какие-то дивиденды. В первую очередь коммерческие, а во вторую или в первую очередь политические. Поэтому вопрос о том, чтобы мы не импортировали электроэнергию из Беларуси и России, с точки зрения бесперебойности подачи электроэнергии, он не воздействует никак. С точки зрения тех или иных интересов, в том числе и узкокорпоративных, да, это есть некоторая проблема для тех, кто пытался таким образом получать, ну, определенные коммерческие преференции из импорта российской и белорусской электроэнергии. Поэтому вопрос этот находится не столько в экономической сфере, сколько в сфере политической. Дякую за відповідь, будь ласка, за питання. Що ж, сьогодні говорили про повітряну блокаду, хто постраждає від табу на польоти між Україною та Білоруссю, нам розповідав наш гість, політичний оглядач Юрій Ральхель. Ще раз вдячний вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.